Всем большой привет! Сегодня я сделаю заливку вот такой маленькой орхидейки, коротенькое видео, но может быть кому-то оно будет полезным. Я уже делала орхидеи в одном цвете, я покажу в конце видео то, что у меня получилось. Сейчас хочу сделать в другом цвете немножечко. Форма очень простая, силикон классный, ссылку на продавца я оставлю в описании под видео. Мыльная основа, окрашенная в желтый цвет, я заливаю пестик такой. Ну или как это называется, наверное, пестик у цветочка. И жду, пока он застынет. Дальше я разогрела немножко мыльную основу вместе с бордовым перламутром. И добавляю сюда красный пигмент. Чуть-чуть. Перемешиваю. И заливаю сердцевинку цветка. Застывшую сердцевинку я процарапала, а форму скрепила резинкой. Окрашиваю основу в зеленый пигмент. Добавляю другой зеленый пигмент производства Швейцария. Я окрасила основу в зеленый пигмент и добавляю отдушку. Сбрызгиваю спиртом и выливаю мыльную основу. Сначала наполовину простучу. Уберу пузырьки и вылью оставшуюся мыльную основу. Давайте смотреть, что у меня получилось. Вот такая маленькая орхидейка получается из этой формы. Вес 30 грамм. А это я вчера не могла остановиться. Спасибо за просмотр, на этом буду прощаться, увидимся в следующих видео, подписывайтесь на канал, всем пока!